Всем снова здравствуйте, добрый вечер, good evening, good well. Сегодня все еще вторник, все еще демо-день. И после «Мафии 3» я вот взялся за уже свежую демку. Я не знаю, почему, кстати, «Мафию 3» только-только недавно выложили в ПСН-демку. Ну ладно, да и хер бы с ней, короче. «Викингс», «Вульфс оф Мидгард». Блин, ну как будто это что-то должно мне говорить. Ну серьезно, такие «Викингс» ничего не говорит название. Либо ты сразу думаешь «Вульфс оф Мидгард», это значит еще какой-то «Викингс» есть, еще какая-то игра с таким заголовком, и это, ну знаете, блин. Как будто русские переводчики названий фильмов вот делали вот это название. Это все равно, что можно было бы назвать «Варяги, волки в огне», не знаю. В общем, ладно. Это я, конечно, придираюсь, название как название, но серьезно, ну что, конечно, вот эти подзаголовки нахер никому не нужны. Ладно. «Полуголый мужик», действительно, сходу. В общем, наверное, про викингов игра. Давайте посмотрим. Тут чего надо? Классы выбирать. Да, что тут можно выбрать? Надеюсь, меня нормально слышно. Тут меня бесит в демках, что нельзя звук убавить сразу, в настройки залезть. Ну ладно, я попозже убавлю. Значит так, что есть-то тут? Воин, воительница. А это не одна херня? А, это то есть, это пол. Баба с сиськами, о, я покрутить могу ее. Крутил я вашу воительницу, вертел я ее. Ну, она, кстати, да, такая мощная баба-то. Вот эти трицепсы, бицепсы, пресс. Вся фигня выглядит. Ну, для такой игры нормально. Кстати, сиськи. Не болтаешь, ну? Жаль. Ладно. Мужик. Ну, тоже как мужик. Мужик как мужик. Нормально. Самурай, Tigers of Edo. Да. Ну это, кстати, прям классная линейка намечается. Уж куинники. Чего? Beers of Novgorod. Нет, скорее князи. Князи Beers of Novgorod. Beers of Владимир. Beers of Челябинск. И, кстати, прямо можно было у нас перевести такую игру и сдать «Князь 5!» Или какой у нас князь был последний? Третий князь? Четвертый князь? Можно было бы прямо назвать «Князь 5!» «Возвращение в Новгород». Не знаю. Ладно, что тут у нас? Кастомизация во все поля. О! Прическа называется «Ведьмак». И, кстати, из форумов и разных тредов по Ведьмаку я узнал, что такая прическа называется «Мальвинка». Хотя, если честно, я не уверен, но поправьте меня, кто знает. О, вот это вот. О, подъехали гномы из Вархаммера. И хипстота подъехала. А, это последний, да? Ну вот, вот самая, по-моему, такая викингская прическа. Она первая стандартная или какая? А, нет, первая вот эта, да? Ну, нет. Конечно, прикольно. А это, кстати, в стиле этого сериала «Викинги». Ну вот, еще так сделаем. Бороды. Я на Астерикса похож. Вылитый просто, блин. Ну только вот если бы Астерикс был брутальным, если бы это мультик был про брутального мужика, вот это было бы да. Оно. Чего? Господи, этому парню определенно
нельзя сбривать усы. И бороду тоже нельзя сбривать. Вообще, никогда в жизни. Я даже подозреваю, что он злой такой, просто потому что ему не давал никто, пока у него борода не выросла. Ну, я так не знаю. Ну, давай вот так. Светлые, не светлые. Рыжие. И все, да? Ага. Ну, окей, будем рыжим. Как ты без татуировок? Как это без татуировок? Ху-ху-ху-ху. Демон. А знаете, наверное, в чем прикол? Самый юмор в том, наверное, что вот эти все татуировки в игре не будет видно абсолютно. О, вот ладно, такого я ставлю. Символ клана. Это на щите, что ли? А, это символ клана. А, так это же Диабло. Вылитая. ФЗ. Я не знаю, какой символ клана. Давай оставим, в общем, самый первый. Все. Божество, да? Что ж такое? Тюр? Однорукий бог войны, законы правосудия и героизма. Руку ему откусил огромный волк Фенрир. Ничего себе. Ладно, в общем, пассивные и активные дары Тора. Так Тора или Тюра? Почему он, сука, Тюр? Ну, ладно, не знаю. Нет, в общем, можно использовать только совместно с одноручным оружием. Независимо от того, есть ли у вторника щит. Ага. Локи. А, это я типа класс выбираю. Окей. Варвар. Лучник. Монах. Из Диаблы. Это амазонка. Амазон. Так я вот и понять не могу. Вроде вначале про Тюра говорили, а тут вдруг раз и Тор. Камон. Как так-то? Так, ладно. Скади. Один. Тор. Вот. Тюр. То есть их вот не напрягло, да, что вот есть описание пассивные и активные дары Тора можно использовать только совместно с одноручным, а здесь вот пассивные и активные дары Тора можно использовать только совместно с двуручными. У них вот не вызвало диссонанса вот это, когда они переводили, да? Ну ладно, жопу локализатора. Чего там? Йотун Локи, бог коварства, умеющий менять свой внешний облик. Он отец Хель, волка Фенрира и мирового змея Ермунганда. Пассивные и активные дары можно использовать только вместе с парным оружием. Два одноручных молота, топора или меча, или вообще без него. В смысле, руками? Я могу руками херачиться? Включите режим Вальгаллы. Опачки. Погибнув в режиме Вальгаллы, персонаж умирает навсегда и более недоступен для игры. Да, я хочу продолжить. Я не знаю, насколько это сложное дерьмо, но я хочу попробовать. Хвитсерк Ванг. Я даже трогать это не хочу. Погоди, а если... А, все типа. Блин, я хотел назад. Вот. Так. Звук. Спасибо. Речь погромче сделаем. Так, субтитры, показывать ОЗ, показывать урон, показывать шлем. Ну ладно, посмотрим на местные головные уборы. Крестьянин, воин, ярл, Эйнхерий. Давайте я уж сразу тут так не буду горячиться. Time is neither wheel nor arrow.
It flows like a river with all its whirls and torrents. Стилистика мне нравится здесь. It flows towards icy death. Посмотрим, как здесь геймплей. For all the nine worlds, war reigns in Asgard above us, as the ancient conflict between the gods of Aesir and the angels of Vanir erupts once more. While below us, in Niflheim, the frost giants unleash the great ice upon the shores of Midgard. It is their vengeance. Это месть, предвестие Рагнарёка, конца всего сущего. End of all things. Ну, окей. Who would have thought that Кто мог помыслить, что тот, кто может нас всех спасти, родится в поселении Ульфунг, пристанище изгоев и преступников? Я там прям с мечом в руке родился. О, красивый арт. Это загрузочный экран, ладно. Не в счет. Тут прям... Прям очень аутентично все разобрано. The village had the misfortune of being in Grimnir's way. The giants had no quarrel with the Ulfung. Крутейшее оформление. Засада на Йотуна. Этому поселению не повезло оказаться на пути Гримнира. Прежде великаны не нападали на Ульфунг, но времена, похоже, изменились. Ну давайте посмотрим, что происходит. Эй, да это же Диабло. Вылеты. Защищайте деревню, блин. О, мертвые тела. Найс. Ладно. L2. Вот. Ой. А, ну да, Диабло. Консольная Диабло, перекаты. Все падут пред моей силой. All shall fall before your might. А задерживать надо или это скилл такой? Ага, это скилл, окей. Что ты делаешь-то? Я же... А, погоди, если ты бежишь в одну сторону... Да нет, а что ты перекатываешься? Я же ничего не нажимаю. Кстати, тут на снегу следы остаются. Ху-ху-ху. Next gen подвезли. Ладно, бить-то как? L1. R1. Квадрат, треугольный круг, ничего. Хм. А как играть? Ну ладно, меня, наверное, сейчас научат. Том-Т. Блин. Это что за дерьмо? Сейчас было. Это... Ух ты, мать твою. Чё с управлением? Что это за дерьмо? Как в это играть? Почему он перекатывается? Где моя атака нормальная? Почему я не могу драться-то? Эй! Они, конечно, меня пилят полтора часа. Ну ладно, может, меня научат еще воевать. А, погодите, а там что за факел? Флаг. Опа, карта. А, это мой флаг, да? Ладно. Фу, X. Точно. А я что-то вроде нажимал и не заметил. Все. Простите. Я привык, как в этом, как в Диабле написано. Вот там, например, L1 это обычная атака, L2 это там сильная атака вроде. Или как-то так. Чтобы перекатиться, я знаю, я уже все понял. Бочка разлетается. Я могу сигануть прям с горы.
Не могу. Ну и ладно. А, у меня даже стамина есть. Ты смотри. Ну ладно. Я могу бегать? Блин. Найдите ярла. А эти красные, это подхилка, что ли? Ага. Это кровь. Моя кровь. Окей. В общем, тут я понял, упор на реализм. Кровавые ошметки. Бочки не подсвечиваются. Ты их, будь добр, сам находи и разбивай. И вообще минимум всякого дерьма. Да ваш ты. Ну ладно. Не впечатлило ни хера вот сейчас, конечно. Что тут еще есть? Дерево, как дерево, железо. Тут крафт есть. Хотя да, тут не может не быть крафта. Это диаблоид. Консольный причем. Ну, кстати, ребята молодцы, потому что... Есть еще разве диаблоиды консольные, кроме диабло самой? Хвала Одину, ты вернулся! Ладно, хвала Одину, что ты... Блин, я не прочитал. Я едва унес ноги, надеюсь, для Ульфунга еще не все потеряно. Остались другие выжившие. Разберись с врагами, спаси народ Ульфунга. Может, я убью, мужик? Возьми этот исцеляющий тотем. Старому ярлу он более не пригодится. А, это он тут рядом лежит, что ли? Лечиться с помощью идолов исцеления. Хорошо. Лечение требует зарядов исцеления, обнуляя счетчик комбо. Наверное, плохо. Заряды исцеления пополняются у алтаря исцеления. Это логично. По мере странствия будете находить более сильнодействующие идолы исцеления. Окей. L1. Это хилка. L1 не меняется со времен первой Диабло на консоли. Я на PlayStation 1 также хилился, блин. В Диабле. L1 это хилка была, а R1 это было восполнение маны. Так. А кстати, вот тут ярл валяется. Я могу его обобрать и пойти спасать ваш этот Ульфунг, или как его? Уже как человека, не как абсос. Чекпоинт. Но он мне не поможет, если меня убьют. Вопрос. Если я вот сейчас вот буду сопли жевать, они там продолбятся туда или нет? Алтарь исцеления. Он даже выглядит как в Диабле. Хотя, возможно, некоторые вещи должны оставаться незаметными, неизменными. А куда все гоблины ушли? Отомсти за Ульфунг. Дайте их во имя Одина. Я туда не могу пробиться. Жаль. Нифига себе, баба жирная. У нее брони больше, чем у меня. Вот и все. Это все, что ты имеешь мне сказать, мадам? Не знаю, спасибо, там, я дам тебе, я твоя жена, там, возьми меня прямо здесь, на этих мертвых телах гоблинов. Ну, хоть что-нибудь бы сказала, но... Ладно. Ой, ты теперь со мной ходишь. А, Хельга. Понятно. С тобой поговорить-то вообще нельзя? Спасите Хельгу и Хильде Бранда. Убей его, да, Шипздика во имя Одина.
Мне нужно больше крови. Ну, чего, кто еще-то? I cannot be stopped! А их не спасти можно вообще? Ну-ка, я постою, понаблюдаю. А, да, они его хоть неплохо так пилят. У него вон где-то, ну, почти треть хп, по-моему, сняли. Ладно. Ой. О, рогатый пришел. Погоди, здесь бочки. Долда, дерево, всякие. Я вот это. Йотун. Твою мать. Так. А, у меня же есть, блин, у ворот, точно. Воу. Не умирать. Не умирать. Я забыл про у ворот. Ну ладно, это было с непривычки сложновато, нормально. О, погоди, тут спрыгнуть нельзя? Нельзя, там можно обойти. Было бы, кстати, наверное, в разы эпичнее, если бы все мобы здесь были вот эти йотуны, а не мелкое говно зеленое. Ну вот тогда бы да, ты, сука, викинг. Анимация, кстати, говно. Вот когда вот так вот бежит, нормально видно. А вот сзади на него смотришь, он... Сейчас. Вот он... Он бежит как будто... Он руки не как-то не вперед, не назад загребает, а он наоборот как будто руками крутит в обратную сторону. Это как, ну, выглядит странно. Ну, это по сути одно и то же движение, но выглядит тупо. Не знаю, в чем дело. В общем, немножко корявенько. Но в бою незаметно, ладно. А, кстати, тут какая-нибудь менюха. О! Так, 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 погоди. Топор дровосека. А меч и щит — это просто значки. Я так понимаю. Ладно. Уофс. Уофс. Что значит уофс? А, урон в секунду, что ли? Оу. Я посмотрел, как ты бегаешь за двумя топорами. Я в любом случае делал бы это живописнее. По крайней мере, естественнее для человека. Ну это вот меня напрягает только когда вот он спиной стоит, бежит. В других ракурсах все норм. О, кстати. Покинуть. Я ведь для этого ее и оставил. Засада на йотуна это была. Засада. Мне кажется, засада провалилась. Руна Гебе. Или Гебе. Не знаю. They met that day to choose a new chieftain, but there could be only one choice. The warrior who slayed the giant and even driven the enemy into flight. Выбрали. А я могу рулить деревней? Я могу набирать дружину? Я могу посылать дракары и сам с ними? Вот это все говно. Я прям нет. Кхе-кхе.
Under the command of the new... First, they rebuild the altars. Не, сначала зимы. По приказу нового ярла поселение было перестроено. Первым делом они восстановили алтари, чтобы клан мог приносить кровавые жертвы богам и богиням Асгарда, дабы те были милостивы к людям. Рядом жители обустроили жилище для Скальда, чтобы тот исцелял их раны и воспевал в стихах великие победы. Они отремонтировали кузницы, чтобы у ярла всегда были целые оружие и броня. Какие битвы предстоят клану? Лишь ярл решает. То есть я миссию выбираю. Ярл, в бою тебе нет равных, но если хочешь пережить эту зиму и одолеть своих могучих врагов, тебе понадобится броня покрепче. Товара у меня пока немного, но все же осмотритесь в кузнице. Сегодня пало много отважных воинов, и в Аргале их ждет славная пирушка. Вот только наши склады разрушены, и выжившим придется затянуть пояса. Намек ясен. Мне надо добраться до фьордов и расчистить путь для наших охотников. У меня такой мерзкий голос у этого парня. Ну, я сейчас не про себя, хотя у меня тоже мерзкий голос. Так. Так, погодите. У меня появилась безрукавочка. Кажется, сапоги сменились. Поношенный кожаный нагрудник. Ага. Дары. А я все еще первого уровня, да? Я все еще первого, блин, уровня? Или нет? Или я уже могу качаться? Ну, тут я могу выбирать. То есть, в принципе, прокачивать навыки я могу любые. Но все зависит от того, чем я пользуюсь. Это двуручное оружие. Один. Это посохи. А чё это? Магическое дерьмо какое-то, что ли? Ну да, колдовство, поэзия, рунический алфавит. Тюр — одноручное оружие. Локи — парное оружие. Скади — лук. А, вот здесь вот разблокировано. Я могу что-то выучить, типа. Или нет, или заблокировано. Вот, яростный урон. К урону во время ярости. И требуемый уровень 2.7.12. Ага, а у меня уровень 1. Черт, я целую первую миссию выполнил, а у меня ни очков даров, ни уровня, ни хера. А, на алтаре помолиться, типа левела будет. Сейчас гляну, что у него есть. Создает оружие, новое оружие улучшает навыки. Кузнеца качать надо, да? Некоторые улучшения кузнеца требуют особых предметов. Окей. Ну, например. Топор. Саксонский топор. Ну, вот топоры, например. Вот это. Уровень 2. Уровень 2. Ну, давай сделаем их пока. Вот какой, вот такой. А, ресурсов. А где ресурсы? А, или типа уровня. Уровня не хватает, и все, я не могу сделать его, что ли? А, нет, вон, я вижу ресурсы. 483 голды, что ли, тебе надо? Друг мой, я твой ярл. Какая в жопу... Голда, какое золото? Так, ладно, давайте. Level up, типа. Тут же молится кто-то. Мне молись, мудила.
Так, чтобы получить новый уровень, жертвуйте кровь на алтаре. Ага. Каждый новый уровень приносит очки даров. Каждое божество наделяет своими дарами. Чтобы получить сильнодействующие дары, улучшайте алтарь. Тут все улучшателем надо. Ну, окей, Диабло стайл, все понятно. Пожертвовать кровь. Боги приняли жертву. Доступно очков 1. Я не знаю, что делать. А что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Серьезно? Или как? Ага. Вот сейчас я не врубаюсь. Так у меня крови не хватает, видимо. Порежешься еще. Ты у нас, Ярл, еще маленький, несмышленный. Херня, что ты всех нас спас, но нет. Не, ну я смотрю, у меня вот слева сверху единичка. Она не полностью заполнена красным. Я думаю, что у меня опыт должен вначале заполниться, а потом все вот эта херня будет. Очки даров 0. Как бы. Жертву богам на алтаре. Блин. А если улучшить? Не могу. Чё? Я вот на все нажимаю, ничего не... А, во! Надо было на стик нажимать. И только на стик. Да мать вашу, мудаки. Ладно, скорость атаки будем качать. Вот два топора типа там. Ну, все дела. Быстро. И яростно. Яростный урон, кстати. Да. Так. Хорошо. Очки даров еще одни есть, да? Но у меня уровня не хватает. А я что-то могу еще качать? Вот, наверное... Не знаю, но как действует? Оно действует только на... А, погодите, а я могу прокачать? Блин. Надо алтарь 2, да? Ага. Ну ладно, пока тогда насрать. Алтарь я не могу улучшить? Не могу. Ладно, пойдем. Мужик, дай топор. А, мне голды все равно не хватает, да? Да мать вашу-то, а! Что же вы жлобы-то все какие? Где карта? Туда мне. Конец Якула. Ну, пошли. Ну, ё-моё, я уж было прям раскатал губу. Мне такие, тебя вы избрали ярлом. Прям в начале игры. И я думал, сейчас будет... Сейчас-то начнется наконец-то. Хоть какое-то будет принципиальное отличие от Диаблы. Чтоб ты там командовал кем-то, не знаю, в походы кого-то отправлял. Может, набеги устраивал какие-нибудь. Там организовать же надо, там бабла найти. Нанять кого-нибудь, там, не знаю, послать ребят, он там, разграбьте что-нибудь, принесите мне, там ресурсов не хватает, еще что-нибудь. А тут всего-навсего. Бегай сам, руби всех, собирай ресурсы, качай деревню. Ты ярл, тебе надо, ты занимайся. Глупо позволять Йокулу жить рядом. Старому ярлу казалось, что лучше не связываться с морозным духом до сезона летней охоты. Теперь, когда мы лишились запасов пищи, придется идти на отчаянные меры. Чем не Филим хуже ярла? Так, а слушай, о том, что мы там не Филим, нам говорили далеко не в начале игры. Я уж не помню, но, по-моему, это уже где-то к
к концу игры ближе понятно было. Ну, правда, не помню. Но там как бы, ну, ты нефилим, значит, ты просто, ну, герой. Штаны с дырой. И ты просто крутой. Чувак, ты не этот, а тут ярл. Ты вроде бы как, ну, командир, правитель, начальник, а не герой. Ну, вот как-то так, наверное. Окей, найдите, победите, да? Пойдем искать и побеждать. А что такое красное? Я могу поджечь себя? Я могу сгореть во имя кого там? Локи. Воздействие. Это вредоносный эффект окружения. Опа, опа, опачки. Интересно уже. Холод, жара, яд и т.д. Если шкала воздействия будет заполнена, персонаж начнет получать урон от окружающей среды. Это уже хорошо. Шкала воздействия находится внизу экрана под шкалой здоровья. А, вижу. Я думал, это мана. Уровень воздействия уменьшается в безопасных зонах. Клево. То есть мне надо быстро-быстро от костра к костру бегать. Куда, сука, побежала? Что такое? Камень. Подождите, Вы зареспились, что ли? Ой, лютый волк. Хрена себе. Не, ну тут лютый волк реально выглядит как лютый. Ладно, вопрос нет. Ё-моё, нихера себе я пришел. Ха-ха, я свинюшку убил. С нее этот гоблин спрыгнул и продолжил меня пилить. Это прям как в Бладмуне в этом. В Араинде. Круто тень, только надо... А, вон там, кстати, костер есть. Надо добежать. Твою мать, ты вас тут, мудила. Сколько сидит зеленый? Почему вам-то не холодно? О, ворон. А не Одина ли это ворон? А, нет, мир какой-то там, это не Одина. Мудак какой-то, который хочет меня убить. Амулет и силка, прикольно. Да, кстати, кто-то очень бережно разложил это все специально для нас. Кстати, насчет стройматериалов. А, не только для оружия, да? Нужны. Я уже сразу надел, да? Доброта Эйр. Исцеляет с помощью зарядов исцеления. Ухо Томте. Волчья шкура. Руна Гебе. Что такое руна? Категория жизнь. Эффект доспеха. Ага. А я могу куда-нибудь вставить? Не могу. Амулеты силка. Шанс крит удар, понятно. Хм, три амулета у нас. Ремень, наручи, сумка, доспех и шлем. Руна ГБ? Ну да. Советские боги.
Да, потом мы найдем руну КГБ. А, кровище. Смачно. Мы отрубили волку ноги. Задние. Это что за дерьмо? А, это надо бить. Окей. Что сейчас было? Зачем мне это показали? Ну, а чё, кстати? Весело, нормально. О, у меня накопился какой-то L1R1. Надо будет попробовать. Так. Жаль. Найду кого-нибудь помощнее. И попробуем. Ух, ничего себе. Нормально такая карта. Ну, пойдем. Ладно, пойдем куда-нибудь. Какой ублюдок. Ну, ну чего не попадаешь-то? Может, лук как-нибудь взять можно и перестрелять просто чертям. Ой-ой-ой-ой, я замерзаю. Валим отсюда. Тихо, добежали. Фух. Так. Что-то нет. Не пойдем мы туда. Анимация, конечно, да. Да. Ладно. Анимация это в принципе не главное. О! Ярость! У меня накопилась ярость. Новый рекорд ярости. 10 секунд. Ноги ампутируют. А я вообще думал, что я сейчас помру, если честно. Тут и помру-то, ну, с концами вообще, полностью. Да ё-моё. Тут няк-то. Кровь. Много крови. Дайте мне крови. О. Ёй. Я опять инеем покрылся. Double kill. Я там что-то, по-моему, взял. А, щит. Дорожный посох, охотничий лук. Вот после того, как я в свое время поиграл в демку Diablo 3 на ПК, после нее мне сразу захотелось бежать и покупать Diablo 3, собственно. Что я и сделал. Сразу взял после демки и купил. И, в принципе, доволен был. Посмотрим, будет ли у меня хоть подобное какое-то желание после того, как я пройду эту демку.
Тут еще цену надо учитывать. Вот эта игра, PSN, я посмотрел специально, стоит 3700. Мать ее. 3700. Ну, сейчас по скидке там 2 с чем-то, по-моему. О, мне, наверное, надо вот это разбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Я жив, цел, орел, хорошо. Если честно, на 3700 пока здесь не очень. Больше, чем за 2000 в PSN я бы ее не продавал никогда. Даже бы не думал об этом. О, сейв. Чекпоинт. Ну, только либо здесь контента на там 100-500 часов. Всякого разного. Да не, кстати, таймер это, ну, нормальная тема. Если это не все время в игре, а только в некоторых локациях и там условия разные, то нормально. Ну, если вся игра вот такая вот будет, это, конечно, странное дерьмо. Но пока я не знаю. Ну, хорошая же тема. Ну, как, ты не просто бегаешь, как последний Манчкин по локации, шаришь по всем углам, а тебе надо выживать. Холодно, все дела, но это нормально. Почему бы нет? Хотя можно было бы тут еще развести огонек самому где-то. Или факел зажечь. Ну, как в том же Don't Starve, например. Хоть это и не та игра вообще, но выживалка. Ой, кабанчик. Я бы лучше кабанчиков-то это приручил себе. О, пацаны, набежали. Ребята. Зря вы это. Да не то, чтобы игра и мешает исследовать, но торопит просто. Так-то вот, ну, пока локация небольшая. Все ништяк. О, тут можно даже пеньки поразбивать. Надо просто следить за полоской. Это типа микроменеджмент. Который не даст тебе... Не даст тебе расслабиться. А вот это я, кстати, до этого не додумался. Деревья ломать. Ну-ка. Я вот такие тоже могу ломать? Нет. Только стоячие. Я, кстати, крови накопил. Или это ярость? Не знаю. Я даже домики могу их ломать. Твою мать! Что же я раньше этого не делал? Ой, друг, прости, я тебя побеспокоил. Тут, в общем, в этот... В реализм такой упор небольшой. Выживать. Ничего не подсвечивается почти что. В общем, по хардкорнее решили сделать. Пока меня интересуют два вопроса. Есть ли здесь локальный кооператив? Насколько здесь интересные боссы? И пока все, наверное. Ну и вообще, когда скидка? Когда даже не скидка, а уценка будет? Ну, 3700 много за меня. Простите меня, но это как же надо любить такие игры, чтобы отдать за нее столько денег. Костер, 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 надо добежать. Чуть осталось. А, ай, ай, дерьмо. Бегом, 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 чуть-чуть осталось. Отогрейся.
А чё, нормально? Сразу динамика появляется, сразу как-то это... Жить охота! Это чё, простите? За херня вылезла? Их тут ещё несколько. А, это копия? Мать вашу. В снегу глубоком ходить сложнее. Тоже круто. Так, надо добежать до костра, погреться. И вообще, как мне обратно в деревню? Мне уже точно хватит на этот, на левелап. Я прям чую. А, или погодите-ка, может, я прям так могу? Без алтаря? Мне кажется, кто-то побежал. А, вон там бегают. Ну, они слишком тупые, чтобы... Нет, не тупые. Я думал, они сюда не доберутся просто так. Так, дары. Ну-ка, Локи. Очки даров один. Яростный урон. Бонус к здоровью. Третий уровень. Ага. А, алтарь. Это все на алтаре надо делать. Ладно. Меня так прикалывает, как я их выкуриваю из этих избушек. Опа, шлем. Шлем, ништяк, я теперь... Викинга похож, какого-никакого. А, кстати, вопрос. Если я покатаюсь по снегу... Нет, снег не липнет. Так, тут где-то алтарь. Блин! Блин, я сейчас замерзну нахер. Куда бежать? Где костер? Где, мать его, костер? У меня яйца звенят. О, тепло. Я теперь чувствую свои пальцы на ногах. Черный ворон. Блин, сколько мудаков-то здесь агрессивных. Я сейчас, правда, помру. Или не помру. Или помру. Блин, хп, хп. Мало хп. Что за херня? Как еще Тора? А, алтари местные, понял. На! Прилетел сразу. Так, стоп, 20 крон, это, конечно, хорошо. Где хилку-то мне достать? Чекпоинт, наверное, меня не отхилит. Ой, привет, друг. Ну да, какой-нибудь не хилит, зато там внизу какая-то шняга. Так, попробуем добежать. Блин. Блин, я скоро умру, кажется. О, да. О, да, похилимся. А это, видимо, к боссу проход.
Погодите, я не готов идти к боссу. Вот интересно, тут ледяные алтари разбивают. Если их не разбить все, босс может сложнее будет. Как в Нио было. В одной из локаций. Ой, озеро, прудик, много хабара. Карманы. Гоблины? Да блин, тут заберись повыше, ты чё ты? Эмбуш! О, Алтай. Или может, если разбить все алтари, то холодно не будет? Твою мать-то! Внезапно. И такой слоу-мо мне показывают, как я его уделал. Костру. Блин, опять этот карманный. Гоблин. В следующих экспаншенах. Хороший вопрос, кстати. А сколько экспаншенов-то обещает? По-моему, еще, по-моему, один. И все. Разве нет? Так. Надо назад возвращаться, я там не все исследовал. Ау! Мудила пернатый, иди сюда. А знаете что? Знаете что? Я сейчас посмотрю, можно ли здесь лук взять. Вторым как-нибудь оружием. А, щиты. Пардоньте. У меня есть лук. Снарядить. А, я то есть могу просто менять оружие. Это плохо. О, кстати, у меня есть для них эти. У них слоты есть. Я могу прям так вставить что-нибудь туда? Уничтожить, снять. Не могу. Печаль. Еще два дополнения будет. Круто, тень. Хорошо бы добавили, если честно. Там мне понравилось, по крайней мере, некоторыми видами. И к тому же, ну, это Нио, это вот такая же Диабло, только в стиле Dark Souls. Поэтому там чем больше оружия, тем больше классов, тем больше часов геймплея будет. Это хорошо. Это только на пользу пойдет. Кто сказал, Диабло в стиле Dark Souls? Ну, я надеюсь, вы поняли. Ай! А яйца-то звенят?
Ничего себе. Молодец. Так, так, так. Теперь, ребята, вы зря сюда пришли. Зря меня поджидали. О! Эти не могли достать. Дали бы сразу мне побольше скиллов. Мне очень интересно, как это управляется. Да, у тебя, ну, хотя бы уже 2-3 скилла. Потому что уже вот прям надо контролировать все это говно. А, скилл, когда откатится, похилиться, откатиться. Просто бить не забывать. В общем-то, на консоли ништяк играется. Ну, как Diablo, практически. Вопрос в динамике, кача и... и лута, кстати сказать. Так. Пока у меня яйца опять не замерзли, надо бежать. И быстро. Сетов по-разному. Ну, хз. Ну, может, они еще дополнительные вот эти вот сеты, ну, какие-нибудь бесплатные экспеншены будут выпускать. И кто же их знает? Было бы, конечно, круто, но я подозреваю, что все-таки Нио вот со всем вот этим вот рандомным лутом и вот тонна его, да, там всякого зеленого, синего, фиолетового, какое там оно еще есть. Это все у них прям сразу было, сразу было направление на Диаблу. И они будут продолжать вот эту линию гнуть и будут добавлять новые сеты периодически, какие-нибудь уникальные, легендарные. Я надеюсь, будут делать это бесплатно. Режимы игры сетевой какой-нибудь надо бы добавлять, чтобы игра жила. Это, в общем, Нио, это вот я говорю, это прям Dark Souls полюбил Диабло. Причем все в Японии это. Бесплатное дополнение, чтобы именно игра жила. Бесплатные дополнения хотя бы вот сетевые режимы добавляли какие-нибудь, я не знаю, данжены, что-нибудь такое. Вот, а новые сеты периодически добавлять надо, чтобы хотя бы оно не надоедало тоже. Было ради чего играть. В общем, надо делать просто как в Диабле в третьем делают. Сезоны, там всякая вот херня, периодические какие-то ивенты, вот тогда все ништяк, вообще за уши не оттянешь, все будут сидеть играть в Нио годами. Ай-яй-яй-яй, холодно, 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 холодно. Блин, я не туда, правда, качусь, но я хотя бы качусь к тому месту, которое я знаю. Да и я не про этот. В Dark Souls там действительно много всего. Там ладно вес доспехов, ладно хер с ней со стаминой. Там просто сам принцип игры. Ну, ходишь по запутанным локациям, убиваешь сложных боссов, набираешь души, души можешь просрать. Ну и вот, да, вот та же стамина, та же этот. Это, ну, прям один в один все. В общие принципы они очень хорошо подхватили. Прям в этом очень много от Dark Souls. Я бы даже сказал, это скорее духовный наследник, чем
какая-то копипаст. Так, а вот как мне сюда попасть? Я могу прыгать? Хм. Интересно. Ну, а не муж, это не то. Да, там в Немуше то же самое было, но не то же самое. Немуша совсем, главное, по-другому игрался. Потому что он был старый, древний, как говно мамонтов. Это скорее была японский Resident Evil. А Нио играется, скорее, все-таки в стиле Dark Souls. Там даже, блин, особо переучиваться не надо. I cannot be stopped. Хера, или это крик был? Да, блин, хватит сюда лезть. Все-таки как там сундук-то взять? Чекпоинт-чекпоинтом. Все хорошо. Идолы Йокула, кстати, железные черепа. Это все собирать надо. Какие-то ведь... Я только сейчас увидел, какие-то есть побочные цели, типа, что ли. Блин. Ну, нет, не могу. Я уж вроде всю локацию прошел. Ты куда? Ну, третья часть, четвертая, ну, может быть, и новее, конечно, были. По-моему, та же херня, вот, что я как прям помню, ну, вот, ну так же, как Resident Evil какие-нибудь первый, второй вот, игралось неторопливо, неуклюже, с фиксированной камерой. Но то, что Нио начали разрабатывать задолго до выхода Demon's Souls, это я не знал. Ну, начали разрабатывать, это, конечно, всякое может значить. Да блин, а как прыгать-то? Я могу прыгать? Я может могу прыгать? Интересно. Ну, механики-то Dark Souls ведь, ну, он, я же не говорю, что он уникальный. Но он использует все то же самое, что уже было до него. Это все понятно. Но это именно, что Нио это такой духовный наследник, который вот, ну вот прям очень похож. Я бы не сказал, что он прям так именно на анимушу похож. Как раз анимуш это его больше сеттинг только и связывает. Блин, чё еще я не взял? Ладно, надо идти проверять.
А, стоп. Зачем дерьмо? Нет. Еще один какой-то железный череп. Я даже ни одного не видел. Я не знаю, как они выглядят. А, алтарь. Твою мать. Да, конечно. Есть. Достаточно крови. Окей. Идолы Йокури. Еще где-то два идола. О, здесь вроде как холодно. Или нет? Или мне кажется. О, нашел. Ай-яй-яй-яй-яй, холодно. ДКС столько же, сколько вечер. Ну, в принципе, да. Но главное, что я хочу сказать, что это все-таки Диабло, блин. Нио — это Диабло. От третьего лица, в который можно просать свой опыт. Блин, а? Так, ну ладно, давай наверх схожу. Там, по-моему, дуло, там было, по-моему, холодно. Возможно, где-то идол есть. Фига мне контрольные точки, если у меня персонаж смертный. Сугробы, тяжело идти. Вот такие мелочи круто сделаны. Да, вот. Да, как раз я об этом и говорил еще, наверное, с самого начала, как я в Нио поиграл, уже в релиз, а не в этот, а не в демку. Это, блин, про шмотки. Про рандом, про опыт, и ты, короче, ну, можешь просто скиллами захерачить. И никого сложно ты не убиваешься, не напрягаешься. Не умираешь сам довольно-таки часто, как это обычно бывает в тех же Dark Souls. Где чего я не взял? Где я идола просал? А именно что из-за того, что интересно драться, это как раз Диабло. Это такая, ты бегаешь, нажимаешь кнопочки, качаешься. Вот, в общем-то, здесь вся суть. О! Все, железный череп нашел.
Че, я круче стал? Меч викинга синий. Так. Опачки, подождите. Амулеты силка, шанс крит удара, ожерелье воина, предел комбо минус 10%. Теплые сапоги, сопротивление воздействию. А давайте теплые сапоги возьмем. Ну и все. Ну и ладно. Так, мне остался только идол. Ништяк. Вопрос, где он? Ну как интереснее, тут не сравнишь. Нио — это все-таки экшен РПГ с видом от третьего лица, как по это по старой номенклатуре. В Диабле там все-таки вид сверху, и там ну совсем другая система ведь управления. Вообще другая, абсолютно. Там даже у воротов нету на компе. Они там не предусмотрены, ты просто убегаешь из-под атак. Ну, ты видишь, вот там под тобой зажигается что-нибудь, там, не знаю, кислота какая-нибудь разливается или еще что-нибудь. Все атаки уже видно, куда они будут падать. Такие серьезные, от которых стоит уворачиваться. И ты просто вбегаешь. Ну, там такая вот схема-то. ММОшная, что ли, так назвать. Вот. И я бы не сказал, что там неинтересно. Там одному играть скучно. Вот это да. Один бы я бы там столько не наиграл. Но Диабло, наверное, никогда не была ни одна часть Диабло про то, как ты в одиночку бегаешь. Так, только что мимо пробежал, говоришь? Мимо идола? А, вон он, точно. Я вижу, что холодно. А где холодно? Не вижу. Дерево дали. Ништяк. Ну чё, продолжай мерзнуть? А, сука. Ну ладно. Все, я оделся, обулся, взял меч синий. Как их не разорвало, блин, от этого. Ну ладно. Идем к боссу. Чё? Наверное, на этом демка закончится. Хотя, подождите, не идем к боссу. Я в деревню вернусь. Заварганю себе какой-нибудь шмот. Ну-ка, мне сколько голды? 899. Ну, типа, хватит. Вернуться в деревню Ульфунг. Прогресс на карте не будет сохранен. Да вы... Ну, кто так делает? Ну, ладно, что теперь? Диабло так делает. Ну... Фиг его знает. Так-то нет. Так-то в Диабле... Ну ты... Тебе надо в деревню. Ты слетал в деревню. Ну, правда, порталом. Все-таки. А здесь у меня портала нету. Поэтому пешочком надо чапать. Слетал в деревню, вернулся. Все ништяк. Вся карта осталась. Мобы только, может быть, резнулись. Да и то не факт. А мне, ну, просто карту сохранить и знать, куда бежать. Насать и вообще насрать на все остальное.
только вот... А, слушайте, не, все равно накапливается. Это печально. Но накапливается, по-моему, медленнее. Возможно, еще из-за того, что у меня сапоги теплые наконец. И я в гульфик в вату напихал. Теперь у меня яйца не мерзнут. Земля. Опа, прилетел. Господи, как далеко. My very blood turns to ice here. Они с таким шведским, что ли, акцентом говорят. Ну, со скандинавским таким. Прям как Шварценеггер. А, вот не сюда, да? А, не, не туда. Пещера-то ниже. Последняя арена. После входа на последнюю арену пути назад не будет. Пошли, пошли. С детства к этому готовился. Я ж таких мудаков уже убивал. Ой. Что это было? А, мне надо херачить, что ли, постамент его. Да ну серьезно. А вот сам вылез. Смотри. Так. Короче. Ё-моё! 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 Чё холодно-то как? Воу! Я ещё, по-моему, помру! Ай, холодно, холодно, блин, блин, блин! Хе-хе! Хвитсергванг погибает в бою и возносится с валькириями в чертоги Валгалы. Вот такая вот херня. Не смог. Интересно, почему? Я вроде в круги не вставал. Как уворачиваться от его заморозки, непонятно. Добрый эльф, привет! Привет, привет! А, красные круги греть должны. Я что-то не догадался сразу. Уровень 3. Погиб. А я что-то я не подумал. Я думал, что они, ну, это, как, не греть, а зажигать меня будут. Не было же времени подумать, что этот ледяной мудак не может никого поджечь. И почему круги тогда огненные поставили бы костерки тогда, ну, было бы понятно. Я что-то вообще, ну, не обратил внимания. Думаю, ну, круги и круги, ну, он там, не знаю, заклинания какие-нибудь сейчас пускать будет. А то, что он ледяной, то, что он, блин, замораживает, а не зажигает. На самом деле, просто надо было туда два костра поставить. Потому что костры уже были раньше. Элементарно, что игрок бы побежал к ним греться. Вот так вот. Ну ладно, в общем, в целом-то понятно все, как в это играть. Игра-то крутая. Что-то схожее с Divinity, но Divinity лучше RPG. Да слушай, Divinity... Нет. Это Diablo. Vikings Wolves of Midgard — это Диабло. Чистокровнейшее просто. Диабло, в которой есть один класс — варвар.
Ну ладно, на самом деле не один. Тут вроде бы как есть и лучник какой-то, и колдун какой-то есть. Но это все про викингов. Диабло про викингов. Играется интересно. Вот есть вот такие вот заморочки, типа ты замерзаешь, есть камбухи, есть ярость, увороты, все как, в принципе, в Диабле на консолях. Вот так вот. Также там в деревне тебя все прокачиваешь, ты покупаешь, улучшаешь кузнецов, улучшаешь там алтарь свой. И... В общем, вот, ну, по-моему, все один в один, как в Диабле сделали, только про викингов. Интересно, только есть ли здесь локальный кооператив, и в принципе можно играть. Я бы, в общем, с удовольствием бы в компании вчетвером бы зарубился. Только, конечно, не смертным персонажем, персонажем Вальгаллы, потому что что-то тут жестко убивают. Вот. А, ну, простым персонажем. Нормально было бы. Но не за 3700, блин. 3, сука, 700. Вот эта игра стоит. Я, в общем, не больше, чем за 2000 готов это покупать. Не, еще демки не будет сегодня. Я думаю, хватит сегодня двух демок. Буду ждать, пока новые демки появятся в PSN. У меня там есть еще одна, конечно, Dragon Quest или Dragon Heroes. Я не помню, как она называется. Вот, но это на потом, как-нибудь. Первая Divinity была Diablo, больше Diablo. Там была, да, там такая этот Diabloid, но я не про Divinity, я про Vikings говорю. Я говорю, что Vikings это один в один Diablo. Вот. Я сейчас говорил только вот про Vikings. Divinity вообще тут ни при чем. В общем, чё? Хватит на сегодня, наверное. Демки 2 прошел. Понял, что Mafia 3 все-таки говно. А Vikings классная штука, только надо ждать скидок. Или, не знаю, пока у нее цена снизится. Ну, невозможно, действительно. Это надо очень соскучиться по Диабле, чтобы играть вот в нее. Сейчас, кстати, да, там скидка в PSN, там она что-то 2 с чем-то стоит. Ну, как по мне, все равно много. Вот. Да, спасибо вам всем, кто смотрел, кто писал в чат, комментировал, все дела. Вот, в следующий раз в четверг поиграем. Я, правда, не знаю, буду ли я стримить Injustice 2 в четверг. Потому что непонятно до сих пор, когда он выходит в Европе. Блин, везде, я смотрел, везде, если есть дата релиза, то она почему-то американская. В Америке Injustice 2 сегодня вышел. В Википедии вообще бред написан, в Европе типа Injustice 2 выходит в 2018 году, 16 марта 2018 года. На официальном сайте ничего нету. А на Ютубе ничего нету. В общем, ну, вроде предзаказ мне показывает, что там еще 2,5 дня ждать. Скорее всего, я не успею до четверга постримить Injustice 2. В четверг, точнее. Вот. В общем, что-нибудь напишу в пабе, чего стримить буду. Вот так вот. Возможно, Nox. Я хочу его пройти. Ну, по крайней мере, попробовать. Не знаю, долгий он, недолгий. Так в PSN-то понятно, в предзаказ. И то раньше, до сегодняшнего дня, PSN мне показывал сегодняшнюю дату. Что типа загрузка начнется 16-го. В общем, ну вот только-только вот я недавно узнал, что какая-то херня с датой релиза. Ну, в общем, видно будет. О, добрый эльф, друзья, добавляется. Окей, я тебя сейчас добавлю. Ну все, друзья мои, всем спасибо. До четверга. В пабе напишу там, когда и чего буду стримить. Всем пока и всего хорошего.